Ну что, к сожалению, это все, что мы имеем от нашего полного затмения лунного. Сейчас у нас 22:36 по Киеву, 27 июля 2018 год, Харьков. И по совокупности облаков времени суток и расположения планет, не думаю, что мы узреем нечто более впечатляющее. Ниже Марс. Наверное, стоит запечатлеть это именно вот так. Луна сейчас в апогее и в самом длительном своем затмении в тени Земли за 21 столетие, которое далеко не все из нас переживут. А Марс в противостоянии, в ближайшем положении к Земле за последние 17 лет. А совпадение самого продолжительного затмения Луны и самого близкого расстояния Марса к Земле случается раз в 25 тысяч лет. И надежд дожить до следующего нет, наверное, даже у самых оптимистично настроенных персонажей, ведущих самый что ни на есть здоровый образ жизни. Ну что, вот это у нас бог войны. А вот это у нас Селена. Четыреста тысяч километров от Земли сейчас. Всего лишь 10 экваторов. Ерунда. Ну что, я рад, что это увидел.